Смотри. Ба, что такое происходит? Не пойму я. Детей, смотрите, выпускают через другой ход. И они не успевают одеться даже некоторые. И обувку сменить. Я сначала не поняла, думаю, что из этого так много людей становится. А у них ход, оказывается, выход там есть. Это школа у нас. То есть, получается, выход у нас вот там, вот далеко вот там вот. То есть, они вот это все проходили. Там, оказывается, коридор, что ли, есть. И всех детей выпускают с этой стороны. И смотрите, народ прибавляется. У него оттуда, вот за этим углом, находится дверь. И они оттуда выходят, и выходят, и выходят, и выходят. И я не пойму, что народу на улице одевается. Шапки надевает, куртки одевает на улице. Вот все шарфы, девочки, шарфы. Паве даже это одеться не успели, дети. Фактически голые выскочили, можно сказать. А идут в сторону школы, опять же. Непонятно. Толку их отсюда выпускали, если они все идут вон все равно туда. Я сначала думала, сходка, что ли, какая-то. Думаю, что-то все переодеваются, обувки какие-то, смотрю, повытаскивали. Думаю, что они делают-то, не пойму никак. Оказывается. Это столько детей в школе, обалдеть. Обычно выходят там по одному, да. А, что-то Росгосград, типа полиция какая-то, что ли. Росгосстрах. Короче, смотрите, у нас вышло два охранника, они ходят, проверяют. Причем один охранник одет так, как, ну, по-другому, короче. Совсем по-другому, редко очень видно. Ну, такой одежде там вдалеке. Вывели сейчас младшие классы на улицу. Один класс вывели там. А другой вот тут сейчас по дороге провела девушка, ну, воспитательница младших маленьких детей. То есть их забрать не успели родители. А вот некоторые родители уже прибежали, видимо, им позвонили. Они прибежали за детьми. Или нет, или другие тут. Или другие. Нет, с сранцами. А зачем за детьми? За первоклассниками. Видимо, это эвакуация идет из школы. Что-то случилось. Да. Другие младшие дети стоят на улице, ждут своих родителей. Вот так представьте, если родители живут где-нибудь там, вообще там, в 10 километрах от этой школы. Ну, на машине ездят, например. Вот так, пока доедет, он там полчаса, ребенок будет стоять. А, нет, заводят обратно детей. Обратно? Чуть-чуть постарше, которые детки. А зачем? Обратно заводят. Забивает. Что-то была, видимо, какая-то проверка. Но дети сегодня вышли в 11 утра. То есть обычно в 11 только младшие заканчивают. Вот где-то, ну, в районе этого времени. А старшие попозже уходят.